Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Саншайт Фулбржем, проходить тот самый сталкер. Пусть они там воюют. Пока спокойненько постою. Ну их нахрен. Псевдо-собака где-то тут. Ух ты ж вашу мать! Вот это эффект. Видел бы я, где ты? Охереть! Просто, не знаю, как даже сказать, жесть, в общем. Продолжаем нашу эпопею. Уберите его от меня! Там еще военные. Ну или озвучкой военных, чуваки. Опа! Я тебя понял! Отдачи убила. Пистолетика херану. Вообще жесть. Продолжаем наше. Стой. Стою. Не стреляю, мужик, не стреляю. Давайте. Это чтобы вас приманить, дружков. Давай, давай. Обходи меня. О-о-о! Вас там прям... Нифига вас тут, конечно. Нихреновое количество. О, МП-5. Мне понадобится. Все? Да. ПМ. Сколько ж патронов падает, а? Ох, патроны к дробочу. Сэнк. За них. Грилли помогут мне. Так, стоп. МП-5. Да? ПММММММ. Что там такое ворчащее? ПМ где? Парни. А какой ПМ? Чё я несу?
Ноги раздвинул. Зачем-то. О! Ха-ха, нифига. Необычно. Необычно. Что-то с лагами, конечно, странная херня, потому что комп у меня далеко сейчас неплохой уже. Но подлагивает все-таки нещадно. ПМ, ПМ. Где-то же чувак был с МП-15. 5. ПМ. ПМ. А ты кто? С дробочем вообще. О, еще один. Эфчики соберу. Не, все-таки очень круто все. Сто пудов сюда можно залезть. Просто чтобы не застрять там. Во, и не зря ходил. И место для ныка, для нычки очень неплохое. Перебил столько бандосов. Какой у меня там ранг? У меня что-то нет рангов. Просто нет. Контакты, энциклопедия. Что за блокнот? О! Допустим, начать вот. Начать вот. Сегодня я первый день в зоне. Мне... А почему тут запятая не ставится? Запятую хочу! Ладно. Мне очень... Тут не нравится. Я, блядь, хочу домой. Сохранить. Все. Сохранить, я сказал. О, колбаса. А это что? Фонарик. Еще какая-то понятная херотень. Что это такое? Радиоактивный болт. Нифига прикольно. Ну, по рюкзак. Хочу рюкзак. Я помню в Солянке, что это значило. А что тут? Хочу собака рюкзак. Ну ладно, не дают. Что не поделаешь. Я слышу тебя, сука. Я слышу. В прямом переносном смысле сразу. Тут ничего не положили. Хотя нет, тут фонарик можно включить. О, моя тень. Лол. А тут у нас ничего не залежалось. Братья сталкера ничего не оставили сталкеру какого-нибудь. Тыничок, там хабарочек, там пушка FN2000 плюс с прицелом, который фиксируется. Не, жалко. А я так надеялся. Что за звуки? Кто там такие звуки издает? Я не хочу туда идти. Что там за твари?
Надо проверить. Ух ты, ёб твою! Да, друзья, что-то в последнее время игра начала вылетать. Меня это совсем не радует. Но кого я там увидел, меня тоже не радует. Я не уверен, что он, я его убью с одного выстрела из дробовика. Нихера так орать-то! Мне жалко на тебя гранат. А, ладно. Путешественник. Кабан, путешественник. Туда я не по... Блин, там что-то может быть, друзья. Я просто понимаю, что меня там убьют. Ну давайте попробуем еще разочек. Да ё-моё. Вон они стоят. Страшные твари. Ай, ну нахер. Ну нахер. Адская тут атмосферка на этом. Местечко такое, я вам скажу, прямо очень страшное. Тут как-то твари просто... Огромное количество. Интересно, что у нас тут? Что-то разбилось. Что-то мне даже страшно туда идти. Ёп. Или это переход куда? Не. О, пружинка. Вот пружинка мне что-нибудь хорошее. О, хорошая пружинка. Не зря. Не зря пошел сюда, не зря. Ой, еще колючку я забыл. Ну какой я вообще? Радиация минус один, кровотечение плюс 10. Минус один радиация. Минус один. Один. Ладно. Что-то вообще жестко. Теперь хотя бы от мутантов могу хоть как-то защищаться. У меня теперь защита... Хотя нет, удар это и разрыв разные вещи. Так что... Ну, продать его можно будет, я думаю, за немаленькую сумму. 500 рублей. Я... Все, что я говорю, оказывается не тем, чем я хотел бы. Опа.
ты, мужик. Зря пошел сюда. Я уже понял, что я зря сюда пошел. Но мне деваться-то некуда. Я стрелок, мне нужно идти вперед. О, сталкер, давай поговорим. Поговорим давай. Что-то как-то тут особо быстро надо разговаривать. Ух ты, ё-моё. Мужик, а дар мне отдашь? На тебе этот костюм. Этот калаш. Этот пистолет. И этот пистолет. И этот. А это уже мой. 65 рублей. На тебе радиоактивный артефакт. Этот я тоже. А нет, это я кому-нибудь вгоню по более выгодной цене. Молчанка. 32 рубля. Вот, вообще ничего не стоит. Не странно очень. Ну и купим у тебя вот эту вот бандуру. Может, ты там у меня что-то хочешь, патронов каких, не? Сейчас пока бартером занимаюсь. Ладно, вот так вот. Хорошо, мужик, спасибо тебе за хороший артефакт. Теперь мне прям как-то на душе хорошо стало. У меня теперь хороший артефакт есть. Все дела, надо сохраниться на новое сохранение. На всякий пожарный, чтобы нас не убило где-нибудь. Интересно. Друзья, там у нас бандиты обитают. Да, там у нас бандиты обитают. Убила, да неужели? Ха, неожиданно. И хрена ты через стены. Закусали просто. Через стены вообще. Ок. Военные? Неждан. Какие бурые собаки, а? Что-то...
Гравий аномалия. Ой, чую я. Ждет меня смерть в скором времени. В таких раскладах. Прыгай, аномалия, аномалия, помоги мне, помоги. Благодарен этой аномалии просто на... очень. Это богоюзом можно назвать, но меня это спасло. Ваншот, что ли? Оу. Теперь собаки у нас летают. Мы дали им возможность летать. Самому бы мне теперь выбраться из этой аномалии. Ой, как я зря это сделал. Да, легче я бегу. Правильно, аномалия, неси меня туда. Смотрите, тут прям вообще жесть. Висящие в воздухе собаки. Прикольно. Опа. Бандосик. С калашом. Теперь вопрос. Намечается. А вон он. Мне нужен твой калаш. Я не сдамся, пока его, сука, не получу. Для чего? Для того, чтобы разрядить. Солянка, блин, какая-то по деревьям лазит. Так, давайте поставим патронов к калашу, потому что мы их в прошлый раз нехиленько так потратили. Ну, конечно. О, и залез. Хорошо.
Теперь у нас цель попасть к тем чувакам. Во. Опа, а тут решетка. Кажется, как будто ее нет, а она есть. Слышу, кто сказал враг, или мне показалось? Вот и командир. Дир. Вот не надо, а? Пожалуйста. Прошу, не надо больше собак, а? Что их больно много. Так, теперь у нас работы по разряжанию. Так, не, они в хорошем состоянии, нужно их оставить. Пусть я сейчас не смогу бегать, хотя это может мне повлиять, когда я пойду против собачек. Мобильность моя ушла там, оттуда, откуда она появилась, видимо. Потому что теперь я не смогу убегать от врагов. Это очень большой минус, но у меня есть товар, понимаете? Товар, который можно продать, впарить, затолкать, толкнуть, оттолкать и так далее. Тут у нас врагов нету. Братишка, кажется, в аномалии умер, да? Скорее, да. Подождите. Тут нет аномалий? Ого! Ого-го! Что-то у тебя оружие какое-то такое. Неплохое. Все, я беру. Мне нравится. Не зря ходили. А это что за красная комната? А, я понял, куда я сейчас попаду, по идее. Но у меня какая-то пушка, и давайте почитаем. Прототип автомата АКС-74П встречается у военных сталкеров. Он гораздо дороже стоит, да, чем 450-350, да, на соточку. Вон, я вижу, там артефакт ляжит. Вот как только его достать? Это вопрос. Не уж так просто. Что ты мне даешь? Ух ты! Теперь энергичен буду как хер знает кто. А выйти туда я уже не смогу. То есть мне придется выходить так, как я заходил. Потому что выйти оттуда я уже не смогу. Вообще жесть, конечно. Но я зашел, нашел себе автомат. Чисто билдовский, как вы видите. Видите, какая у него текстура? Ну, то есть, поближе к свету подойти. Чисто билдовский автомат. Тебя я обыскивал. О, прикольно. Ведро реально висело на крючке? Сейф. Нет. А чё так светло? Это фонарь светит? Вот это? Ого. Прикольно. Давайте... Ребята, я говорил, что я буду играть, как играю для себя, типа. Потому что мне самому интересно поискать. Только вот висящие в воздухе объекты, это очень удивительное явление. Я уверен, что там что-то лежит, но... Я какую-то необычную аптечку взял, необычную. Просто она называется объемно. Ок, я понял вас. Прыжок веры осуществлять нужно. Жалко, тут ничего нету. Я так прыгал, а тут ничего нету.
Ну ладно, друзья. Я думаю, на этом мы закончим. Подождите, стоп, я сейчас посмотрю, сколько времени часть заняла. Мы же потом будем думать, закончим мы ее или нет. Откуда вот эти трупы? Я что-то тут не бегал, что ли, или что? Почему я не видел эти трупы? Непонятно. Так. Можно выбросить, можно выбросить. Можно выбросить. Разрядить. И разрядить. Ибо патроны мне сейчас не помешают. А когда их дают, это... Хорошо. Да и продать. Вот сейчас точно я бегать не смогу, друзья. То есть, как бы я не хотел побежать, но я не смогу. Ух ты, я хочу кушать, надо дело покушать. Еще один вояка. Опа, записка. Что за документ? Документ, содержащий сведения о крупномасштабном прорыве к центру зоны. Возможно, торговцев заинтересует данная информация. 0 рублей. А, мне вот это... Сидорович не про это ли задание мне говорил вообще? Я могу ходить? 50 из 58, ну да. Но бегать я не смогу. Блин, круто. Вообще очень нравится мод. Просто безумно нравится. То есть... В нем что-то есть такое. Реально крутое, реально старое. Блин. Без всяких там крутых пушек. То есть... Почет, кто ему создал этот мод. Мне очень редко нравятся моды. То есть прям, чтобы вообще нравится. То есть... Плохо, что у него есть вылеты, конечно. Но вы видели мод без вылетов? Потому что там мужик стоит. Я не пойду туда. Давайте поставим патронов еще себе на этот. 5 не подходит. Вот 60 подходит. Артефакт. О, еще 8 килограмм. Неплохо. Так, там аномалии, значит, придется обходить. Это куст? Да, это куст. Я не знаю, сколько получается часть, но довольно-таки большая, 100%. Друзья, и зря я радуюсь, на самом деле. Потому что вы понимаете, сколько монстров на этой локации. Каждый из них меня ваншотит, заметьте. Смотрите, сколько их просто, а. Прорыв веры. Кати, Юли и так далее. Что-то как-то прям вообще. Там у нас блокпост долго? Угу. Ну го-го-го, сколько их? Сыграть что-нибудь, что ли? Можешь проходить прям сразу? Проходи, не задерживайся. Что ты охраняешь? Дальше наша территория. База группировки Долг. Мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Запомни это. Проходи, не задерживайся. Что вы меня целитесь-то? Ё-моё, я вам ничего не сделал плохого. Я просто хочу с вами поторговать, продать вам калаши. Мужик, хочешь калаш по дешёвой? О, нет, нулевой я тебе не продам. Вот эти продам всякие. А, у тебя 150 рублей, что-то как ты... Ни хрена с тобой не поторгуешь. Во, у тебя поболее. У тебя поболее. Вот это уже пошел разговор. Я понимаю.
Мне нужно, во-первых, чуваку, мне говорили, какому-то на базе долго. Какой-то чувак, с ним нужно поговорить, как вы помните, задание я брал такое. Где чувак? С кем поговорить? Зачем поговорить? Не ясно. Ну, на блокпосту долго он говорил. Ни кардан, ни ты, ни ты. Полное дерьмо. Когда уже она окончательно угробится, а? Кто угробится? Кто угробится? Мать твоя за нога. Может какой-то, который вот тут стоит где-то? Мужик, здорово. Здравия желаешь. Такого мне не надо здравия желать, я. А вот он. Здорово. Чё надо? Кажется, у меня одна... У тебя есть одна вещь, которая тебе не принадлежит. Эй, полегче. Приятель, ладно, забирай, все равно сейчас не до разборок. Вот и славно. Ну что-то я не думаю, что все так просто. Я просто подошел, нажал одну кнопочку, забрал и ушел. Такое бывает? Ладно, друзья, на этом мы закончим данную часть. Если даже получилось она 20, 10, 40 минут, неважно. Надеюсь, вам понравилось. Мне очень нравится проходить этот мод, поэтому ждите части, все будет. С вами был Сенчайтфул, всем до встречи и пока. Удачи вам во всех делах и так далее.